Молдавский певец Дан Балан, экс-судья «Голоса страны», который сейчас строит карьеру в Украине, обескуражил неожиданным фото. На одной из фан-страничек Балана в Инстаграм опубликовали любопытный снимок, на котором артист предстал вместе с девочкой-копией певицы Тины Кароль, передает Политека.нет. Как известно, Дану и Тине несколько лет приписывали роман, который, как утверждали их поклонники, зародился на проекте «Голос страны». Несмотря на то, что Балан развеял слухи, прокомментировав, что между ними только дружба и симпатия, многие продолжают фантазировать, что они все же станут когда-нибудь парой. И хоть Балана давно не видели вместе с Кароль, но фото с ее маленькой копией тоже наделало шума. Девочку на снимке зовут Тиной Синяговской. Ей 7 лет. 3 года назад мама малышки создала ей аккаунт в Инстаграм, где публикует фото дочки, повторяя образы певицы. Публика активно комментирует увиденное, это отражение души Дана. Света и любви, всем позитива, а с большой Тиной, когда новое фото с маленькой Тиной легче договориться, чем со старшей, где же проект с детьми. Действительно, когда мы увидим голос «Дети-зайки-милашки»?